Привет, ребята, с вами Каиса. Я заканчиваю прохождение третьего Гекса, PlayStation 1, версию американского региона на челлендж без собирания лап. Так, и мы отправляемся к финальному боссу, товарищу Резу. Чтоб надрать ему задницу. Еще раз. С четырьмя лапами. Ну тут я больше переживаю не за него, а мне бы добраться нормально бы с первого раза. А то у меня с этим даже проблемы возникают. Ну, кстати, я не так давно узнал, что здесь можно парить. Вот так вот. Это было для меня открытием. Но только в первой половине этого уровня у самого Реза на арене уже так нельзя делать. Первый рычаг был. Теперь парим. Эх, на эту платформу синюю поднимаемся наверх. Так, ну неважно, в какую сторону на самом деле мы пойдем. Турели мы все равно не пропустим. Давайте на красную пойду. Так, вот здесь лучше не парить. По своему опыту знаю, из-за этой камеры можно улететь и больше не вернуться. Так, ну это был второй рычаг. Наверх. Так, зеленый путь. Зеленый путь. Что ж, снимаем барьер. Идем к Резу. Не знаю, не знаю. Надеюсь, все получится. Так, а где у нас? А, мы в любом случае мимо турели не пройдем. Ух, я сейчас чуть дамаг на... не схватил. Не, никак нельзя получать дамаг. Тут все-таки можно легко получить повреждение. Совсем без повреждений я его ни разу не проходил. Так, ну давай. Это был раз. Ну, бей. Ну, бей. Пригинаемся. Ах ты, сволочь. Раньше времени я прыгнул. Раньше времени. Ну, ладно. Ну, давай, бей.
чё, обломался на этот раз? Ха-ха. Вот тебе ха-ха. Ну давай. Оп, а я вот так. Да хрен. В одно касание. Я чё, промазал? Я промазал. Нет, так и доиграться можно. Как я мог промазать? Сейчас попал. Окей, еще разок. Так, продержаться последний раз надо. Да ну, разве это финальный босс? Во второй части я тебя больше уважал. Ну окей, задел. Я, кстати, не получу лучшую концовку, мы ее не увидим, потому что я, ну, я играл на челлендж. Так, ну не будет сейчас никаких артов. Обычная самая концовка. С такими вот титрами. А, хотя какие-то на заднем фоне арты есть все же. Так, ну чё, челлендж я завершил. Пожалуйста вам, с четырьмя лапами прошел третьего гекса. Мне казалось, это какой-то сверхзадача. Вот челлендж без коробок пройти третьего гекса, вот это было бы реальный вызов. Особенно без чекпоинтов. Все мушки собирать. Это был бы вызов. Ну, там есть, правда, ящики, которые, ну, обязательно надо сбить, чтобы пройти. Например, в египетском уровне, где надо паука сжечь. Где-то еще. Я помню. Ну, а так... Что я хочу, что я могу сказать? Это был четвертый подряд уже заход этой игры. Я устал. Я устал от... Все-таки столько заходов. Лучше я отдохну, потом восстановлюсь со свежими силами. Можно будет и попробовать тот челлендж. А вообще у меня были в мыслях еще другие платформеры, такие как Spyro, Croc.
Так, ну что ж, давайте прощаться, друзья. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в других прохождениях. Пока-пока.